Да, довольно легкая мишень. Вставай. Пошли со мной. Я из тех, кто верит, что в определенных условиях человек может измениться. Например, ты проявил умение руководить и желание защитить человека, которого едва знал. Так дай мне медаль. Я дам тебе работу. Взгляни на меня. Я похож на фаната законников. Сегодня твой день, Ксандр. Есть шанс отблагодарить дядю Сэма за все блага, которыми ты пользуешься. Работа не пыльная. Сойтись с одними парнями и выяснить о них все, что сможешь. Что за ребята? Опасные, грязные, с татуировками, нецивилизованные. Такие, как ты. Знаешь что? Такие, как я, говорят. Иди в задницу, ублюдок. Кстати, тут я обычно достаю пушку, приставляю ее к твоему виску, и ты согласен на все. Но ты не боишься смерти, что ставит нас в глупое положение. Лучше на этом и закончить. Нет, рано. Ты в зоопарке видел львов? Всегда можно понять, какие были пойманы по выражению глаз. Дикая кошка. Она помнит бег по равнине, возбуждение от охоты. 400 фунтов ярости, заключенной в клетку. Но постепенно ее глаза тускнеют, и душа умирает. Тоже и с человеком. Ливенвордская тюрьма — это серьезно. Они возьмут вольного человека и бросят в одиночку, чтобы развлечься. И не будет ни катания с гор, ни серфинга в океане. Только камера 2х3 без окошка. А в углу параша. Ты избежишь этого, оказав мне услугу. Меня нелегко убить. Я заметил у тебя на шее татуировку, там 3 икса. Это очень символично, поскольку светят тебе 3 статьи. Угон корвета, неосторожная езда и эффектный трюк. Ты 3-жды вляпался. Может назвать тебя 3 икс? Если ты согласишься, я закрою глаза на мелкие нарушения закона и позволю тебе продолжить свое жалкое существование. Хочешь, чтобы я был таким, как ты? Отдавшим здоровье за звездно-полосатый флаг. Видно, он служит утешением, когда ты смотришься в зеркало. Это малая плата за безопасность и процветание моей страны. Так что ты решил, 3X? Сядешь в самолет? Или иди в задницу, ублюдок, твой окончательный ответ.